Смотри. Ух, ёпта. Так, ляха-муха. Так, надо помочь человеку. Может, что там такое? Секундочку, быстро, быстрее. Может быть, вызвать? Быстрее, быстрее. Подождите. Это правда. И поэтому в определенном смысле и означающее. Ну вот, еще, что очень важно, сделал Сосюр, он сделал различие между языком и речью. Теперь я по неделям за столом, когда это вчера. На! Блять.
такое? Держи. Ёбнуться, нахуй. Или заикой, блядь, какой-нибудь. А, окей. Туае. Смотрю, раз выключил сигнал, все, никуда не получится. Пипец вообще. Было большое желание, ну, у меня не было регистратора включен, было большое желание. Ёперный хиатр. Законопроект распространяется на взыскание любых просроченных долгов физических лиц, но если проект будет принят в нынешнем виде, то ЖКХ может лишиться возможности влиять на должников, например, отключить электричество злостным неплательщикам. Вот что думаете по этому поводу вы? Правильно ли лишать доступа к услуге тех... Она здесь, кажется, далеко, а там на дороге близко, а там-то далеко. Вот мне надо было вообще машину оставить там на этом месте, правильно, когда варили? Чтобы гаишники приехали и посмотрели, кто куда летел. Все произошло в начале 9 утра в районе Апрелевки. На съемке видеорегистратора видно, что грузовик, привозивший, скорее всего, химикат или цемент, движется в правом ряду по направлению от Москвы. В какой-то момент в районе переднего колеса что-то взрывается. Вероятно, это покрышка. Большой груз теряет управление, заваливается на бок, пробивает разделительное заграждение и оказывается на встречке. В экономике, сфере безопасности и противодействия терроризму. Владимир Путин примет участие в трехсторонней встрече с коллегами из Китая и Монголии, отдельно китайским лидером, президентом Узбекистана и премьером Индии. МЧС России доставит очередную 53-ю партию гумпомощи.